День защитника Отечества – праздник мужчин всех поколений. Настоящих мужчин, готовых не пожалеть себя ради большого дела, ради защиты России, во имя своих матерей, жен и детей. 23 февраля принято считать праздником нашей армии и военно-морского флота. Во все времена служба вооруженных сил страны считалась школой мужества и роста сильных человеческих качеств, таких как собранность, боевой характер, умение держать удар. Сегодняшние бойцы воинских частей берут лучший боевой опыт своих отцов и дедов, сражавшихся на войнах, которые вела Россия в своей истории. И сегодняшний концерт мы посвящаем сильным людям, нашим родным и близким мужчинам всех поколений. С праздником! С Днем защитника Отечества! Наши необъятные просторы, жемчугами росы на траве. Здесь мы в детстве бегали во сны, тысячи омоленных церквей. Это наша родина Россия. Оставайся такой же, как прежде. Ты и радость, и боль. Мы с тобой навсегда. Наша родина, наша надежда. На сцене вокальный ансамбль
россиянка. Октябрьский сельский дом культуры. Встречайте. Я пока не шагала, то я покорил.
пришли поздравить с праздником солисты спортивного танцевального клуба «Лидер», руководитель Олег Вершинин. Встречайте! Всегда было заведено, что в дни проводов в армию, в дни побед, в дни солдатской славы и, конечно, в день защитника Отечества вдохновляет мужчин всех поколений красивой музыкой и песней. Вот и сегодня наш творческий отряд готов внести в этот зал большой заряд хорошего настроения. Встречайте аплодисментами наших замечательных артистов. Oh,
вас танцуют наши замечательные танцоры. В их исполнении вы увидите танец танго. Для новых испытаний, помогает преодолеть трудности. Конечно, не только песни, но и хорошая шутка может подбодрить в трудный час. Вот мы и подумали немного вас повеселить, ну, например, анекдотом, тем более анекдот про армию. Итак, армейский грузовик по дороге в часть застрял в глубокой грязи, но водителю повезло, потому что навстречу ехал джип с четырьмя офицерами. Вместе им удается вытолкать машину из грязи из последних сил. Офицер, один из офицеров, вытирая пот, говорит: «Ну, наконец-то! А что вы везете?» Водитель отвечает: «20 новобранцев». Новобранцы, знаете, кто такие, да? Призывники в армию. Ну вот. Но что-то зрители не очень смеются, поэтому придется вызывать тяжелую артиллерию. Итак, встречайте наших замечательных артистов. Посреди лета были голубыми небами цветы. Я скажу спасибо случаю за лето, что передо мною появилась ты. Я свое смущение приукрасил шуткой, а еще подумал про себя тайком, что тебе разлады только не забудкой, голубой вечный солнечный цветок. Не забудка, не забудка, иногда одна минутка, иногда одна минутка значит больше, чем я. Не забудка, не забудка, сказки я живу как будто, и тебя я не забудка, не забуду. Когда
судьба нам выпала, что пришлось расстаться. Даже твое имя неизвестно мне. Только остается мне с тобой встречаться звездными ночами, да и то во сне. Я стою, в телефонной будке. Телефон твой где-то мне нашли друзья. Набираю номер, здравствуй, не забудь-ка. Так всю жизнь хотел бы звать себя лишь я. Не забудь-ка, не забудь-ка. Иногда одна минутка, иногда одна минутка, значит больше, чем года. Не забудь-ка, не забудь-ка. Сказки я живу, как будто и тебя, и не забудь-ка. Не забуду никогда. Значит больше, чем года. Не забудь-ка, не забудь-ка. Сказки я живу, как будто. И тебя я не забудь-ка. Не забуду никогда. Не забудь-ка, не забудь-ка. Иногда одна минутка. Иногда одна минутка. Значит больше, чем года. Не забудь-ка, не забудь-ка. Сказки я живу, как будто. И тебя и не забудь-ка, не забуду никогда. Oh, no.
Спасибо большое, ребята. И все-таки есть то, что роднит и мужчин, и женщин. Конечно, это любовь. И только любовь вселяет и в женщин, и в мужчин великие силы, которые могут сломить любого врага. Любовь к своей земле, к своим близким, детям и внукам – это те рубежи защитников, ради которых они пойдут на многое. Мы точно знаем, что без любви и мира не бывает, и защищать становится некого и нечего. Но, к сожалению, бывает и так, как в следующем анекдоте, тоже армейский. Итак, солдат получил письмо от своей подруги из дома следующего содержания. «Дорогой Сережа, я, к сожалению, не могу продолжать наши отношения. Расстояние между нами просто слишком велико, и все это нехорошо для любого из нас. Я должна признаться, что полюбила другого. Извини, пожалуйста, пришли мне обратно фотографию, которую я тебе раньше посылала». Солдат отчаиваться не стал, сразу же пошел к своим товарищам и собрал все фотографии от их сестер, бывших подруг, тетушек, бабушек и так далее. И вместе с фотографией своей подруги он положил все в конверт и написал: «Дорогая Светлана, извини, но, к сожалению, неся тяжкую воинскую службу, я больше не помню, как ты выглядишь. Пожалуйста, найди свою фотографию, забери, а остальные отправь мне обратно». Вот смекалка у наших солдат тоже развита. Но мы знаем, что если кому-то не хватает капельки любви, чтобы почувствовать себя настоящим защитником своих рубежей, своего отчего дома, своих родных, мы восполним эту нехватку нашей красивой песни. И вновь встречайте наших замечательных артистов.
спасибо. Дорогие друзья, на этом наша праздничная программа подошла к завершению. Всех мужчин еще раз поздравляю с Днем Защитника Отечества. Желаю счастья, здоровья, самое главное, мирного неба над головой. И еще, уважаемые артисты, не уходите, пожалуйста, и еще, к сожалению, наш центр закрывается на ремонт, все прекрасно это знаете, да? Это был завершающий концерт, но я хочу, чтобы мы все вместе поблагодарили наших прекрасных артистов за то, что они все эти годы нас поддерживали, дарили нам хорошее настроение. Спасибо вам большое. Солнце было двое, шли облака на юг, пальмы над головою, веяли как воробьи. Женщина без остатка, женщина для любви, таяла словно воск в руках моих. Мальчик, волны ласкали, усталые скалы. Мальчик, где же ты? Только вники на воде. Переплетались тени женщины и мужчин. Пахло, как орхидея, тело мое в ночи. И в темноте сказал я, завтра я поищу, чтобы понять, как я тебя хочу. Мальчик, где же ты? Волны ласкают усталые скалы. Мальчик, где же ты? Только иди, давайте. Воздух любви смешался с табаками сигарет. Ядра на ветер крепки, ружево-белый свет. Вкус поцелуи в сетки, южный любви ответ. Мальчик, где же ты? Волны ласкают усталые скалы. Мальчик, где же ты? Надеюсь, после ремонта мы снова встретимся. До новых радостных встреч!